Свою фотолетопись монашеской жизни на святой афонской земле Костас Асимис ведет вот уже более четверти века. Каждый снимок не просто произведение искусства, но и исторический и даже духовный документ. Основу выставочной коллекции составляют порядка 100 фотографий, отражающих жизнь русского монашества. Здесь редкие кадры современного быта и повседневной жизни Свято-Пантелеймонова монастыря, а также уникальные старинные архивные фотографии, так называемые дагеротипы. Это способ фотографирования на металлической пластинке, покрытой слоем йодистого серебра, применявшейся до 50-х годов 19 века. Предшественники фотографии выглядят не так, как современные фотоснимки, а напоминают отражение в зеркале. Снимки, сделанные способом дагеротипии, Костас нашел в разрушенной афонской фотолаборатории в 1984 году. Я понял, что это ценно, что это надо сохранить. И вот все эти 30 лет, можно сказать, что я их собирал. Слава Богу, на сегодняшний день я построил новую фотолабораторию, создал все условия хранения. Посмотрев, вернее, на эти дагеротипы, я посмотрел, что фотографировали те монахи. Я увидел, что они вели летопись. И вот я продолжил ихнюю традицию. Фотовыставка «Наш Афон» открылась в Сочи в день праздника всех святых на Руси. Такое совпадение организаторы посчитали символичным, ведь в работах Костаса Асимиса, отмечают знатоки, история всего православия. Поздравить сочинцев с открытием экспозиции приехала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Я также хочу вам сказать, уважаемый Костас, большое спасибо от имени губернатора Краснодарского края Венимановича Кондратьева, потому что он очень поддержал этот проект. И, конечно же, я хочу сказать огромное спасибо мастеру за то, что именно мы, женщины, смогли побывать с вами на Афоне, так как женская нога не может ступать на эту святую землю. Изначально выставка планировалась только в Краснодаре, но по инициативе главы региона работы греческого фотографа уже увидели и в Геленджике. Из Сочи, уверены организаторы, фотовыставка Костаса Асимиса «Наш Афон» проедет по всем городам Кубани. Выставка сразу просто сражает своей вот такой многоликостью, такой человеческой яркостью, таким, с одной стороны, каким-то прям монументализмом храмовых сооружений в том зале, да, с другой стороны, такой теплотой человеческой, вот этой вот светлостью монашеской, но это что-то потрясающее. Я абсолютно присоединяюсь к словам Виктории Юрьевны, что особенно для нас, женщин, это вот запретная тема. Все время хочется заглянуть, а как там в Афоне. И вот он, Афон. Спасибо вам, Костас. Я очень надеюсь, что эта выставка послужит началом большой вашей профессиональной дружбы с нашим гостеприимным городом Сочи. О работах Костаса Асимиса говорят так. Аскетическая простота визуальных средств и филигранная точность композиционных решений. В России творчество этого фотографа впервые было представлено в 2007 году на Международной выставке православного искусства в Москве. За последние же годы выставки фотохудожника прошли в Санкт-Петербурге, Костроме, Курске, Брянске, Пскове, Новосибирске, Томске, Тамбове и Туле. В Сочи выставка «Наш Афон» проходит под эгидой перекрестного года культуры между Россией и Грецией, посвящена тысячелетию русского монашества на Святой горе Афон. Работы Асимиса в художественном музее можно увидеть до 3 августа. Ольга Десятова, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.